Конкурс «Атмосфера профи» стартовал 1 сентября. Участники создавали дизайн-проект на тему интерьера Петербурга от истоков до современности. Работы выполнялись на основе планировок квартир премиального жилого комплекса «Нева Хаус», нового проекта группы «ЛСР» на Петровском острове. Было подано около 100 заявок от студентов лучших вузов города и выпускников 2016-2017 годов. Совместно с представителями фабрик-партнеров проведено 12 обучающих блоков по керамограниту, плитке, мозаике и сантехнике. Жюри, состоящее из известных дизайнеров города и преподавателей ведущих вузов, выбрало лучшие 10 проектов. Очная защита проходила в креативном пространстве «Артмуза» 22 ноября. Имена победителей конкурса были озвучены 30 ноября на торжественной церемонии, которая состоялась в модном пространстве «Кристалл Холл». Были приглашены почти 300 гостей, среди которых известные дизайнеры Петербурга, крупные застройщики, представители фабрик. В этой торжественной обстановке были названы имена трех победителей. Третье место заняла Юлия Захарова. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени Штиглица. Проект «Контрастная квартира для города контрастов». Ей достался приз iPad Pro диагональю 13 дюймов, на котором призеру будет удобно демонстрировать свои проекты. Второе место занял Сергей Амирян, Санкт-Петербургский государственный университет. Проект «Санкт-Петербург. Нуар». Приз – недельная поездка в Италию для посещения ряда европейских производителей и ознакомления с производством интерьерных материалов вместе с профессиональными дизайнерами Петербурга. И первое место заняла Мария Осипова, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Проект «Каменное кружево». Автор получила поездку на двоих на всемирно известную выставку «Айсалони» в Милане. Приз зрительских симпатий от фабрики «Дюравит», поездку в Германию с посещением производства фабрики, получили сразу два конкурсанта. Анастасия Олане, проект «Кич Петроград-Ленинград», в котором комфортно сосуществуют атланты с миллионной и постер группировки «Ленинград», а также Мария Осипова с покорившим многих проектом «Каменное кружево». Проекты финалистов можно будет в ближайшее время увидеть и в СМИ. Так, информационные партнеры конкурса, журналы «На Невском» и «Галерея красивых домов и квартир», порталы «Форма», «Румбл» каждому из 10 финалистов подарили авторскую публикацию. Поздравляем победителей! Учреждая конкурс, организаторы, компания «Кераматика» и салон «Атмосфера» стремились к тому, чтобы участники конкурса получили хороший старт для профессионального и карьерного роста. Это получилось, и финалисты получили заманчивое предложение о сотрудничестве с известными арт-бюро города. Конкурс «Атмосфера профи» станет ежегодным, и, по мнению Алексея Цветкова, генерального директора ООО «Кераматика», привлечет внимание к проектам ведущих печатных изданий и интернет-порталов, представителей всемирно известных фабрик и именитых дизайнеров города, и в дальнейшем поможет молодым талантам заявить о себе.